Вениамин Кондратьев подчеркнул, долю государственных закупок у кубанских производителей необходимо увеличивать. Это должно поддержать развитие бизнеса в регионе. Не надо шутить ни со мной, ни с ситуацией, ни с людьми, которые работают на этих предприятиях. И я еще раз подчеркиваю, что это то, что производится в крае. А если оно производится в крае, значит приоритет на внутреннем рынке именно вот этим производителям. Так точно. Если у нас есть свое, то непонятно откуда мы однозначно закупать не будем. Это ваша персональная ответственность. Закупки у местных производителей дадут и дополнительные поступления в районные бюджеты, что особенно актуально в нынешних экономических условиях. Также необходимо эффективно распоряжаться муниципальным имуществом, в том числе и землей, заострил внимание губернатор. Земельные участки есть, выставляются на торги. На сегодняшний день в связи с экономическими процессами они пока не востребованы. Если не продается, но не нужно продавать. Ну не вот нужно опускать цену до минимума, а потом то имущество, которое стоит. Такое максимум. Решение мы и приняли. Это задарма ничего продавать не надо, потому что будут лучшие времена и также будем это предлагать. На встрече с жителями Армавира Вениамин Кондратьев, пользуясь случаем, лично поздравил лучшего учителя года в России Александра Шагалова, который работает в местной школе. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.